Главное управление дорожной полиции обратилось к водителям и пассажирам по случаю праздника Новруз. В связи с продолжительными праздничными днями городские жители выезжают в различные регионы страны, а жители регионов приезжают в столицу, что в значительной степени повышает интенсивность движений на дорогах. Поспешность некоторых водителей, неверная оценка погодных условий, превышение скоростного режима увеличивает вероятность аварий. Принимая все это во внимание, будет усилен контроль на улицах и дорогах. Участникам движения, в особенности водителям, рекомендуется быть внимательными на дорогах.